Как реализуются программы по энергоэффективности и энергосбережению в Клинцах, видно уже на въезде в город. Название красиво подсвечено. Все фонари вдоль трассы исправно горят спокойным рассеянным желтым цветом. Клинцы наряду с Калугой – второй город среди всего Центрального федерального округа, где реализуется уникальный проект «Энергоэффект». Старт ему был дан 3 года назад. Теперь уличному освещению в местном бюджете отведена целая статья. Еще несколько лет назад на эти цели тратилось больше 11 миллионов в год. И это при том, что тарифы на то время были занижены. Без затраты бюджетных средств модернизировать систему освещения в городе Клинцы. Это первое условие и единственное, потому что денег у нас не было. Как у всех муниципалитетов. Мы глубоко дотационный город и, естественно, за деньги сделает всякий, а вот без денег... Суть оказалась в том, что «Энергоэффект», дочернее предприятие «Газпрома», берет кредит в банке. За эти деньги меняется все уличное освещение города с полной заменой ламп. И этой суммой за счет экономии киловатт гасится взятое ссуда. Все просто. Освещение оставляло желать лучшего. Я приведу просто один пример. У нас из 3540 светильников в городе работало 1780. Когда мы сделали дефектовку и ревизию, то есть это получается чуть больше половины. Чуть больше половины, ну где-то даже почти половина. Причем свет был такой, он белый, люминесцентный, вот, очень энергопотребляемый. Начали разбираться, что мы можем сделать. Естественно, замена на энергосберегающие, динатриевая лампа. Это самый простой способ и, в принципе, недорогой. Особое внимание уделяется и приборам учета, в том числе и по программе «День-ночь». Это очень актуально для уличного освещения. Суть программы в том, что двухтарифные счетчики считают по заниженному тарифу именно в темное время суток. Весь процесс целиком и полностью автоматизированный. Наш город имеет возможность веерно отключать те или иные улицы. Надо, например, оставить центральные на всю ночь. Мы их можем оставить. У нас управляется это все компьютеризированно. Все дистанционно. Мы, сидя в кабинете, можем видеть, какая лампочка у нас не зажигается. По центральным улицам Клинцов без преувеличения можно ездить с выключенными фарами. Здесь всегда светло и все нормы СНИПа соблюдены в полном объеме. Кстати, сейчас в городе при поддержке городских властей работает не 3500 светильников, как раньше, а показатель уже перешагнул отметку в 4000 фонарей. И при этом освещении мы получаем все равно экономию, потому что динатриевые лампы потребляют почти в 2,5 раза меньше электроэнергии, чем люминесцентные. Татьяна Глазова, Дмитрий Комаров. События Клинцы.